Всем привет, ребята! Все мы знаем, что есть такие умные часы, как Amazfit Bip. Но недавно компания Xiaomi, а если быть точным, уже почти год, выпустила Lite-версию. И вы все скажете: о, Lite-версия, урезанная версия. Но несмотря на приставку Lite в названии, которая намекает на некоторые компромиссы и, можно сказать, дешевизну, данное устройство отличается от версии Amazfit Bip только отсутствием модуля GPS. Большой ли это минус? Нет, ребята, некоторым людям вообще эта функция не нужна. Но сегодня мы рассмотрим данные часы, а именно Amazfit Bip Lite, со стороны плюсов. То есть мы разберем все плюсы данных часов. Они есть, они существенные, ребята. И часы получились очень неплохими и очень добротными. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Самый главный и самый большой плюс данных смарт-часов – это автономность. Да, ребята, часы заряжаются на специальной подставке, которая подключается по USB к источнику питания, который вы выберете сами. Производитель обещает до 45 дней работы без подзарядки. Это очень хороший результат, учитывая, что у часов всегда активен экран. В моем опыте данные часы проработали 40 дней от 0 до 100. То есть от 0 до 100 я их зарядил, и от 100% до полного выключения у меня прошло ровно 40 дней. Это мега бомбический результат, ребята, учитывая экран включен, все включено, все считается, шаги считаются, Bluetooth подключен. То есть вообще эти часы показывают себя только с очень наилучшей стороны. Зарядка с 0 до 100% занимает примерно 2,5 часа. То есть вы попользовались часами 40 дней, за 2,5 часа зарядили и обратно пользуетесь 40 дней. Это очень хороший результат. Учитывая, что если вы используете только подсчет шагов и отслеживания сна, производитель уверяет, что часы проработают до 4 месяцев. Так ли это? Ребята, не проверял, потому что это невозможно проверить. Но мне кажется, 4 месяца они не продержатся. Но 2 месяца спокойно, ребята, эти часы, только с учетом подсчета шагов и отслеживания сна, данные часы могут проработать без каких-либо проблем. Вес 32 грамма. Включает очень эластичный и легкий ремешок данные часы. Действительно, ребята, ремешок мне очень сильно понравился. Он гипоаллергенный и выполнен из высококачественного каучука и делает данный ремешок часы удобными для ношения днем и ночью и во время занятия спортом. Ведь это очень важно. Когда ремешок терет вашу поверхность руки и делает какой-либо дискомфорт, носить часы любые невозможно. Тут все на высшем уровне. Ремешок никогда у меня не отстегивался. И действительно, у компании Xiaomi получилось сделать очень качественный и хороший ремешок. Также часы имеют 3 атмосферы. Могут противостоять любой вашей повседневной деятельности. И даже могут быть надеты во время плавания. Давление воды до 30 метров. Проверял я данные часы во время плавания, но там не было 30 метров, было метра так 3. И данные часы показали себя только с наилучшей стороны. Вообще, вы данные часы надели на руку и только через 40 дней сняли. И это очень хороший результат, ведь действительно, вам не нужно заботиться о том, что, ой, намочили часы, ой, вы плаваете, надо снять часы и так далее. То есть вы их надели и пользуетесь вообще без каких-либо проблем. Защита есть, все есть, и это очень хороший результат. Еще один большой плюс — это прямоугольный TFT-дисплей с диагональю 1,2 дюйма, разрешение которого составляет 176 на 176 пикселей, покрыт стеклом Gorilla Glass 3-го поколения. Я тестировал часы пару недель, но на экране не появилось даже мелких царапин. По качеству изображения матрица напоминает классические электронные часы. Углы обзора очень-очень маленькие, и чтобы рассмотреть что-либо на экране, нужно смотреть на него ровно сверху.
сверху. Однако дисплей обладает высокой яркостью, которую можно отрегулировать, но вручную, целых 5 режимов. Кроме этого, экран всегда активен. По умолчанию часы показывают выбранный циферблат. Их, благо, тут с нуля очень много. Чтобы подсветить данный экран, нужно нажать на кнопку, которая имитирует заводную головку механических часов, которая расположена с правой стороны. И это очень красиво и очень элегантно, что производитель сделал эту кнопку в виде, ну, классических часов, и она выполняет только, можно сказать, две функции. Это возврат назад и подсветку ваших часов. И, на мой взгляд, очень элегантные часы получились, и экран очень добротный. Во время использования вообще экран у меня не вызывал никаких проблем. Было у меня множество часов компании Amazfit. Они примерно одинаковые, плюс-минус. Amazfit Beep Light обеспечивает круглосуточное, непрерывное измерение сердечного ритма, чтобы получить исчерпывающий обзор вашего сердечного поведения днем и ночью. Во время тренировки часы информируют вас о зонах вашего пульса для оптимизации тренировок. Вы также получите уведомление, когда ваш пульс превысит значение предупреждения. То есть, на мой взгляд, очень хорошо. Да, сейчас это не редкость. Все полностью почти носимые гаджеты умеют измерять сердечный ритм. И это очень хорошо, ребята. Данный датчик тут есть. Данный датчик работает изумительно. И данный датчик, на мой взгляд, является большим плюсом данных смарт-часов. Также вы должны носить данные часы вечером, чтобы автоматически следить за сном. Он будет, то есть часы будут измерять ваш общий сон, то есть легкий сон, глубокий сон и время бодрствования, чтобы дать вам анализ вашего сна. Это тоже очень интересная фишка данных часов. Сидячий образ жизни может негативно повлиять на ваше общее состояние здоровья. Поэтому ваши часы, а именно Amazfit Beep Light, будут уведомлять вас, если вы слишком долго были неактивны. А теперь вставай и двигайся, будут говорить нам наши часы. Это очень интересно, потому что вы, например, смотрите телевизор, наши часы видят, что вы неактивны больше там часа примерно, а они вам говорят: на ну-ка встань-ка, пойди позанимайся и так далее. Ну, тоже очень интересная фишка. Также часы умеют получать уведомления о входящих вызовах, электронных письмах, сообщениях и других приложениях для вашего смартфона. Прямо на вашем запястье все это будет отображаться, чтобы держать вас в курсе во время тренировки, не вынимая ваш смартфон. Вы также можете настроить вибрационные будильники, чтобы разбудить вас или напомнить о вашем графике. Что очень удобно, ребята. Очень сильно выручает меня будильник. Вставать на работу, то есть настроили, и все. Никаких проблем в этом нету. А теперь подведем итог. Все, что умеют современные фитнес-гаджеты, считать шаги и калории, измерять пульс в режиме реального времени и следить за качеством отдыха, различая быстрый и глубокий сон, данные часы умеют. По умолчанию доступны спортивные режимы для ходьбы, бега, езды на велосипеде и занятий на беговой дорожке. Также в часах можно плавать, они выдерживают погружение на глубину до 30 метров. Во время тренировки гаджет считывает данные о скорости, пройденном расстоянии, пульсе и количестве потраченных калорий, что, на мой взгляд, очень-очень большой плюс. Также часы можно использовать как таймер или будильник, а при подключении к смартфону читать на данных часах уведомления и получать данные о погоде. Удобно, что гаджет может отображать не только сообщения из популярных мессенджеров, а любые уведомления из любых приложений, причем не в виде превью, а целиком. Отвечать на них, конечно же, не получится, но и гадать, а что там дальше, не придется. Все отображается, все, на мой взгляд, очень и очень хорошо. Ну что же, ребята, действительно, часы от компании Amazfit, именно урезанные, получились очень добротными. Да, нету GPS, ребята, но некоторым людям данная функция вообще не нужна. И они рассматривают данные часы именно, надели и забыли. Все, что нужно, в данных часах есть. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.